Это прибор Силин, который под действием ультрафиолетовых лучей показывает наличие растительных жиров в продукте, в масле конкретно. То есть у нас получается, вообще каждый жир под действием ультрафиолетовых лучей люминесцирует разным цветом. То есть если у нас масло натуральное, хорошее, сливочное масло, под действием ультрафиолетовых лучей оно будет иметь равномерную желтую или беловатую равномерную цвет, оттенок. Если же в сливочное масло есть добавление любого растительного жира, или маргарина, даже оливковое масло, любое растительное масло, то уже на поверхности, этот прибор на поверхности образца будет какое-то любое свечение. То есть человек может посмотреть, заглянуть в стеклышко и увидеть свой образец купленный и проверить, натуральное он масло приобрел или же он приобрел спред. Хорошо. И задвигаем. Вот любой может уже заглянуть, посмотреть вот в это окошечко и увидит, что поверхность масла светится нормальным, такой светло-желтый цвет. Загораживает. У нас все равно сейчас никаких действий не происходит. Это мы положили, значит, это у нас был натуральный, это мы положили кусочек купленного масла приобретенного. Посмотрим. Мы не знаем, что это. Может быть, это будет и натуральное. И будем очень рады за покупателя. Да. А вы посмотрите, цвет разный. Вы можете убедиться и посмотреть. Всегда мы выступали за то, чтобы покупатель все-таки приобретал и употреблял пищу, натуральную, здоровую пищу. И продукт всегда должен иметь свое название и цену, соответствующую своему содержимому. Спред должен быть намного дешевле, чем сливочное масло. И если покупатель приобретает по цене одинаково, что спред, что сливочное масло, то есть его просто недобросовестные продавцы продают. На этом, конечно, наваривается прибыль, да? А покупатель потом страдает.